Сначала посвящение вам можно, авторское. Каждой травиночке искра любви, каждая нотка во славу, в капле кровиночки искра любви, святости вечное право, право с любовью рождаться на свет, с нею не расставаться, песни пробиться в грядущий рассвет, с музыкой неба сливаться. Это вам. А вопрос у меня такой. В каких городах вы были, где вы были, что больше всего запомнилось? Мы были только в нашей республике, мы не ездили за пределы республики, к сожалению. Ну, вот такая была жизнь. У Лёши такая работа, театр оперы и балета, он разъезжал по гастролям. У нас была возможность, да, нас даже приглашали в театр Елены Камбуровой работать и петь, но мы вынуждены были отказаться, потому что Алексей сказал, я без театра и без сцены не смогу. Он от много чего отказался. Он отказался от Питера, его приглашали в Санкт-Петербург 4 года назад работать в музыкальный театр оперетты. Его предлагали в 4 города наших российских солистам, но он остался здесь. Вот я не знаю, почему...